Да, здравствуйте еще раз. И прежде всего спасибо огромное за приглашение принять участие в вашем замечательном форуме. И, конечно, я выражаю сожаление, что мы не можем приехать лично в наш любимый Санкт-Петербург. Итак, образовательная лекция «Лучевая терапия в лечении больных раком молочной железы. Основные положения сегодня». И, безусловно, сейчас, минутку. И, безусловно, я бы хотела вспомнить имена тех людей, которые играют важную роль в становлении лучевой терапии в лечении рака молочной железы. Безусловно, это Вильгельм Конрад Рентген, который открыл в 1895 году неизвестные случаи. Конечно, это Мари Кюри, которая исследовала радиоактивность, влияние радиоактивности на клетку. Безусловно, это Эмиль Грубе, который 29 января 1896 года в Чикаго провел первый сеанс лучевой терапии больной раком молочной железы. Необходимо вспомнить Франсуа Беклиза, создателя прообраза современных методик лучевой терапии у больных раком молочной железы. Именно он предложил включить в объем облучения не только молочную железу и подлежащие ткани грудной клетки, но и все зоны лимфооттока. И именно он в институте Кюри использовал суммарные дозы, близкие к современным, которые мы сейчас несколько модифицируем, но об этом мы будем говорить позже. Итак, мы с вами рассмотрим два аспекта. Лучевая терапия в лечении больных ранним раком молочной железы и местно распространенным раком молочной железы. Конечно, основой лечения ранних форм рака молочной железы является выполнение органосберегающих операций в комбинации с лучевой и лекарственной терапией. И стандартным объемом послеоперационной лучевой терапии является оставшаяся часть молочной железы. По показаниям выполняется дополнительное облучение ложа опухоли, так называемый буст, и по показаниям выполняется облучение зон регионарного метастазирования. О том, что лучевая терапия является золотым стандартом при проведении комплексного лечения у больных раком молочной железы, об этом уже, ну, и не нужно уже никаких новых доказательств, потому что это известно на протяжении уже 15-20 лет. И тем не менее очень интересен большой метаанализ 17 рандомизированных исследований, который Сара Дерби с коллегами представили в 2011 году, и в котором четко, убедительно, доказательно было показано, что проведение лучевой терапии после органосберегающих операций не только значительно уменьшает примерно на 16% частоту локальных рецидивов, но и снижает смертность от рака молочной железы, 15-летние показатели, примерно на 4%. И мне кажется, что одним из доказательств еще необходимости проведения лучевой терапии в послеоперационном периоде являются и вот эта табличка из руководства наших германских коллег 2018 года, в которой представлены факторы риска возникновения локорегионарных рецидивов. И посмотрите, в перечне всех факторов риска есть строка «Непроведение адъювантной лучевой терапии при наличии к ней». Таким образом, лучевую терапию в послеоперационном периоде нужно проводить обязательно всем больным. Хочу еще обратить ваше внимание, что если еще 20 лет назад онкологи доказывали равную эффективность онкологических показателей лечения после радикальных мастектомий и органосберегающих операций с дополненным лучевым лечением, то сейчас чаша весов уже качнулась в другую сторону. И, например, Филипп Портманс в 2016 году, то есть совсем недавно, показал очень большое популяционное такое исследование. 4500 больных практически проанализировано, и сравнивались показатели 10-летней выживаемости
Мы с вами видим, что органы, сберегающие операции, в дополнение с лучевой терапией дают лучшие результаты общей выживаемости в сравнении с радикальной мастектомией. Ну, конечно, мы расцениваем это за счет вклада лучевой терапии в облучение межреберных промежутков, фасциального края резекции и так далее. И если вы посмотрите на правую сторону слайда, то вы увидите, что это касается всех стадий. И Т1Н0, и Т2Н1. Таким образом, органы, сберегающие операции, их результаты лучше на сегодняшний день, во всяком случае в этом исследовании, чем результаты радикальной мастектомии. Ранний рак молочной железы, неинвазивный, протоковый рак инситу. Всегда, ну, тоже думаем, нужна, не нужна лучевая терапия. Конечно, нужна. И посмотрите, коллаборативная группа в 2010 году в каждом субанализе было исследовано практически 3000 больных, и мы с вами видим выигрыш при любом субанализе. У больных раком инситу протоковым меньше 50 лет, больше 50 лет, мы видим выигрыш от проведения лучевой терапии. Снижается частота локальных рецидивов. Локальные рецидивы ниже и при различном статусе края резекции, включенном, пораженном, не пораженном. При наличии одного узла, при мультифокальном росте, также мы видим, что ниже частота локальных рецидивов у больных с проведенной в послеоперационном периоде лучевой терапии. Принимают, не принимают тамоксифен. Также результаты лучше в группе с адъювантной лучевой терапии. И грейд 1, грейд 2, грейд 3, также лучевая терапия оказывает свое позитивное действие. Таким образом, лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы является обязательным этапом лечения больных с протоковым раком инситу. Мы можем лечить очень много больных, но нужно ли всем проводить лучевую терапию? Можно ли выделить какую-то подгруппу больных раком молочной железы ранним, кому можно безопасно не проводить лучевую терапию после органосберегающих операций? И на этот вопрос были получены ответы в нескольких исследованиях. Я привожу два основных. Это исследование ГЛБ-9340. 600 больных были проанализированы старше 70 лет, первая стадия заболевания, рецепторо-положительный статус опухоли, и лечение проводилось после ламбектомии тамоксифен плюс лучевая терапия, либо только тамоксифен. Как и следует ожидать, конечно, локальные рецидивы выше в подгруппе без лучевой терапии. Но посмотрите, общая выживаемость и безметастатическая выживаемость в этих подгруппах больных старше 70 лет абсолютно одинаковая. Такие же выводы были получены в исследовании PRIME-2. Уже в два раза больше больных, 1300, уже несколько расширены стадии заболевания. И мы также видим, что локальные рецидивы, да, достоверно выше в подгруппе без лучевой терапии. Но посмотрите, их число не такое большое, 4,5%. Но общая безметастатическая выживаемость абсолютно идентичны. Именно поэтому и наши российские рекомендации, рекомендации РОМ, золотой стандарт, рекомендации NCCN, последняя версия 4/2020 года, говорят о том, что у пациентов рака молочной железы старше 70 лет с Т1Н0М0 стадии заболевания с положительным рецептором эстрогенов статусом опухоли при отсутствии других факторов риска можно рассмотреть отказ от проведения лучевой терапии на оставшуюся часть молочной железы после органосберегающей операции, но при условии проведения в длительном периоде гормонотерапии. Конечно, сейчас улучшилась диагностика ранних форм рака молочной железы, и пациентов с протоковым заболеванием инситу также становится не так мало. А можно ли у них кому-то после органосберегающих операций не проводить лучевую терапию? Были проанализированы результаты исследования RTOG-9804, в котором были отобраны больные именно раком инситу
хорошего прогноза. Возраст старше 50 лет, размеры у опухоли менее 2,5 см, G1-2 степени злокачественности, отрицательные края резекции более 2 мм и низкий балл риска по онкотайпу. В 2013 году был первый такой промежуточный итог провели. 636 больных исследовано, локальные рецидивы 0,9% в группе с лучевой терапии и 6,5% в группе наблюдения. Общая выживаемость также достоверно не различалась. На сегодняшний день авторы этого исследования также говорят, что вот этой подгруппе больных, характеристики которых указаны слева в верхней части слайда, можно не проводить лучевую терапию в послеоперационном периоде. Вообще, я хочу сказать, что вот эта подгруппа больных, пациенток пожилого возраста, ранним раком молочной железы, это такая уникальная популяция, потому что они имеют хороший прогноз, они имеют к этому к возрасту заболевания массу сопутствующих заболеваний. И плюс мы должны всегда рассматривать возможные побочные эффекты от гормональной терапии. И сердечно-сосудистые, и остеопороз, и переломы костей. И уже появились в последнее время несколько исследований о нейрокогнитивных нарушениях после длительного приема гормональной терапии. Поэтому, конечно, у больных ранним раком молочной железы пожилого возраста при выборе варианта адъювантной терапии мы должны учитывать и сопутствующие заболевания, и ожидаемую продолжительность жизни, и предпочтения самой пациентки. И поэтому решение мы должны принимать на мультидисциплинарном консилиуме вместе с самой пациенткой. И вы знаете, многие пациенты предпочитают избегать возможные побочные эффекты длительной эндокринотерапии и выбирают непродолжительный курс лучевой терапии. Проблема локальных рецидивов. Да, они есть. Но, к счастью, частота их прогрессивно уменьшается с развитием всех направлений онкологической помощи. Есть ли возможность снизить эту частоту еще больше? Да. Для этого одним из таких моментов для снижения — это проведение локального облучения ложи удаленной опухоли. В 2007 году были опубликованы первые результаты этого крупного исследования ERTC-22-881, а в 2015 году были проанализированы результаты тех же 5318 больных, но уже с медианой наблюдения 7 лет. Части больных подводился буст на ложе удаленной опухоли 16 грей, другим больным проводилась только лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы в дозе 50 грей. И посмотрите, и через 20 лет актуальность дополнительного облучения ложе удаленной опухоли не потеряла, не потеряна, достоверно реже локальные рецидивы наблюдались в группе больных проведенным локальным облучением ложа удаленной опухоли. Данные нашего центра также подтверждают, коррелируют с данными этого крупного исследования. Также в группе больных с бустом частота локальных рецидивов меньше. И если мы обратимся к рекомендациям РОМ, то мы видим, что этот раздел указан, показан показанием к дополнительному облучению ложа удаленной опухоли является возраст меньше 50 лет, но при G1 и при благоприятных подтипах рецепторопозитивных с длительной гормонотерапией можно не подводить буст. У больных в возрасте старше 51 года это грейд 3, положительный или близкий менее 1 мм край резекции, если больная отказывается от повторной операции. И лимфоваскулярная инвазия должна рассматриваться как дополнительный фактор риска. Чем мы можем буст подводить? Совершенно различными и доступными в вашем учреждении методами. Это может быть дистанционная лучевая терапия, это может быть брахитерапия, интраоперационная лучевая терапия.
Для дистанционной лучевой терапии интересна методика интегрированного буста, которая позволяет сократить сроки лечения практически на 7-10 дней и дает лучшее дозное распределение по сравнению с последовательным облучением молочной железы и затем бустом. И самое главное, конечно, хирурги должны приходить к нам на помощь для того, чтобы мы четко понимали, куда мы, лучевые терапевты, должны этот буст подводить. При выполнении органосберегающих операций рекомендуется маркировать ложе удаленной опухоли рентгенокомпозитивными клипсами не менее 5 желательно для визуализации зоны операции во время адъювантной лучевой терапии. Таким образом, мы с вами видим, что уже можно выделить какую-то подгруппу больных ранним раком молочной железы, которым можно не проводить лучевую терапию в послеоперационном периоде. То есть показания к облучению всей молочной железы несколько сокращаются, а вот показания к облучению зон лимфооттока у больных раком молочной железы в последние годы только расширяются. Но основополагающими исследованиями являются ERTC-22922, 4000 больных было проанализировано. Это исследование MA20 Национального института Канады, которые показали, что у больных, посмотрите, здесь первая, вторая, третья стадия, и у больных с пораженными 4 и более узлами, N0, но медиальная или центральная локализация, 1-3 лимфатических узла плюс факторы риска, у этих больных был отмечен достоверный выигрыш от проведения облучения зон лимфооттока. И, конечно, это тут же было отражено во всех рекомендациях. И что мы видим сегодня в рекомендациях, например, NCCN? 4 и более паразитивных узла — это понятно, что показана лучевая терапия на все зоны лимфооттока. Посмотрите, 1-3 позитивных аксиллярных узла. Нам говорят, внимательно рассмотрите лучевую терапию на все зоны лимфоотока. И даже при негативных аксиллярных лимфатических узлах в такой ситуации мы раньше даже и не задумывались об облучении регионарных зон. Теперь нам следует рассмотреть лучевую терапию на зоны лимфоотока у больных с центральной или медиальной локализацией или опухолью более 2 сантиметров с высоким риском возникновения рецидива, лимфоваскулярная инвазия, молодой возраст. И эти же показания мы видим, то есть рекомендации нашей страны также коррелируют со всеми этими международными рекомендациями. Хочу сказать, что сейчас все больше расширяются показания к неоадъювантной химиотерапии даже у больных ранними формами заболевания. Об этом вот сейчас Марина Борисовна, наша любимая, будет рассказывать. Хочу обратить внимание клиницистов, что до начала неоадъювантной полихимиотерапии необходимо верифицировать клинически определяемые лимфатические узлы. Для нас, для лучевых терапевтов, это крайне важно, потому что это будет определять объем лучевой терапии в послеоперационном периоде. Давайте посмотрим, что указано в рекомендациях. Если после неоадъювантной химиотерапии в гистологическом заключении звучит указание о поражении хотя бы одного аксиллярного, одного удаленного лимфатического узла, то обязательно показана лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы или на переднюю грудную стенку и обязательно на все зоны лимфооттока. А вот если клинически был N1, он верифицирован, этот лимфатический узел, и после неоадъювантной химиотерапии мы не получаем ни одного позитивного лимфатического узла, вот здесь нужно взвесить все за и против, нужно понять, какой возраст больных, какой фенотип опухоли, есть ли признаки лимфоваскулярной инвазии и другие факторы риска, и рассмотреть целесообразность проведения лучевой терапии на зоны лимфооттока. К счастью, для наших пациентов
сейчас наблюдаем тенденцию к уменьшению объема лимфодиссекции от аксиллярной лимфодиссекции до биопсии сторожевого лимфатического узла, что является, конечно, предпочтительным. В случае обнаружения микрометастазов в одном-двух сторожевых лимфатических узлах выполнять лимфоденэктомию совершенно не обязательно. Проведение лучевой терапии на аксиллярную зону в дозе 50 грей может служить альтернативой подмышечной лимфоденэктомии, и это было доказано в нескольких исследованиях. В этих случаях применяется так называемая методика высоких тангенциальных полей, высоких касательных полей, когда верхняя граница опухоли для включения подмышечного лимфоколлектора первого-второго уровня должна быть не на расстоянии двух, ну, может быть, чуть меньше 2 сантиметров от головки плечевой кости. Одна из любимых методик лучевых терапевтов, когда мы и сокращаем объем облучения, и сокращаем сроки проведения лучевой терапии, что немаловажно, поверьте мне, во всех радиологических клиниках очень большие очереди на лучевую терапию. Причем это касается не только российских клиник, но и всего мира. Мы контактируем, у нас много друзей во всех клиниках. И это методика частичного облучения молочной железы. Первые упоминания о ней датированы еще 1929 годом, когда брахитерапией было проведено облучение опухоли в молочной железе. Почему же мы ее так любим? Почему она называется парциальной? Потому что мы облучаем только часть молочной железы. Мы облучаем ложе удаленной опухоли с отступами небольшими 2-2,5 сантиметра. И сейчас появились две методики частичной лучевой терапии. Это вот более известная APBI, ускоренное частичное облучение молочной железы, которую можно рассматривать как альтернативу облучению всей молочной железы у больных ранним раком с благоприятным прогнозом. И для этого, ну, только нужно четко соответствовало, чтобы больная критериям Астра-НЖК-Эстра 2009 года. Абсолютно различными методиками можно проводить брахитерапию, 3D-комфортная терапия, используется интраоперационная лучевая терапия. И исследования крупные, хорошие, рандомизированные, Флоренция, Таргет, Трапет, Будапешт 3 показывают хорошие онкологические результаты и хороший и отличный косметический эффект. В рекомендациях NCCN на сегодня говорится, что ускоренное частичное облучение можно проводить пациенткам отдельно отобранной подгруппе. В российских рекомендациях пока мы пишем, методика показана только в рамках научных исследований. И такая вот новинка, которую мы, например, тоже у себя собираемся в центре внедрить, это пре-APBI, то есть предоперационная частичная лучевая терапия. Также у больных ранним раком молочной железы. Когда мы четко видим опухоль, мы четко можем ее оконтурить. Даже, ну, клипсы — это тоже огромная помощь для лучевых терапевтов, но даже клипирование опухоли может не всегда отражать четкий, вот, ну, 100% гарантированный правильно объем лучевой терапии. А когда мы видим опухоль до операции, мы абсолютно 100% четко можем ее оконтурить. И вы знаете, это дает возможность высококомфортного лучевого лечения, и это может служить у больных ранним раком молочной железы благоприятными формами. Может быть, можно вообще проводить им вот такое частичное лучевое лечение вместо инвазивных каких-то операций. Но это все в будущем еще будет исследоваться и обсуждаться. Последовательность химиотерапии и лучевой терапии в адъювантном периоде у больных после органосберегающих операций, у больных ранним раком молочной железы. Я надеюсь, уже ни у кого не вызывает сомнений. Раньше были дебаты, но это лет 10 назад. Сейчас, конечно же, химиотерапия проводится весь запланированный курс после оперативного лечения, и только потом начинается лучевая терапия, обычно через 3-4 недели. И обратите внимание, что написано в рекомендациях, вне зависимости от длительности курса адъювантной
лечения химиотерапии. И поэтому я призываю забыть о тех 6 месяцах, которые раньше фигурировали, которые, к сожалению, остались еще в умах наших химиотерапевтов, что через 6 месяцев после операции нужно обязательно начать лучевую терапию. Нет, мы заканчиваем весь запланированный курс химиотерапии и потом начинаем лучевую терапию. Но здесь просьба к химиотерапевтам помнить еще о следующем этапе лечения и поэтому заранее направлять пациенток на консультацию к лучевым терапевтам, чтобы мы могли поставить больных на очередь и могли в свои планы их вписать. Конечно, то же самое написано в рекомендациях NCCN. Если назначена лучевая терапия, то она проводится после всего выполненного курса химиотерапии. Сроки начала лучевой терапии у больных ранним раком молочной железы. Вы знаете, тоже все, даже сейчас, когда мы читаем лекции вот на сертификационных курсах, очень часто звучат, и я поражаюсь, вот просто откуда берутся такие цифры, такие сроки. Часто онкологи говорят, что нужно начинать лучевую терапию до 30 дней от момента операции. Неправда. Оксана Петровна, я прошу прощения, время истекло. Время подходит к концу. Все. Да вы что, у меня еще место распространено? Нет, ноль. Тогда, значит, придется читать на следующих Спасибо. Белых ночах. А сколько осталось? Уже отрицательный баланс. Хорошо, тогда только... Прошло 25 минут. Последний слайд. Спасибо. Можно одну минуту и все? 30 секунд. Хорошо. То есть сроки начала лучевой терапии от 4 до 12 недель абсолютно безопасны. И последнее местно распространенное гипофракционирование также сейчас применяется, но при облучении только всей молочной железы без зон лимфоотока. И местно распространенный рак молочной железы, какой бы ни был патоморфоз, как бы хорошо ни отличили химиотерапевты в неоадъювантном периоде, послеоперационная лучевая терапия показана абсолютно всем больным с исходной местно распространенной формой рака молочной железы. И множество исследований это подтверждают.